Мне кажется, что он сольется! Нет, Сёма, нифига подобного, я просто обязан прямо сейчас затащить следующую катку и думаю, что у меня это получится успешно, хотя у нас есть небольшие проблемки. Робин, мне кажется, у тебя серьезные проблемы. Да, я, конечно, понимаю, у меня вообще нет ни одной банки, меня только что чуть не вырубили, но у меня еще есть шансы затащить. О, Кубик, против тебя жесткие противники, ты топ-1 точно не займешь. Ага, это мы сейчас проверим, у нас уже есть столкновение, и у последней шельки очень мало хп, я могу ее догнать. Кубик, ты че, блин, тебя убили? Воу, ты еще и как-то сам убил? Борис, да я сам прикола не понял. Она, походу, просто встала на мою тычку. И, походу, я получил еще дополнительную звездочку. В смысле? Что за звезда? Кубик, это каким образом? Сёма, сейчас все узнаешь. И скажу тебе по секрету, сегодня этих звездочек будет капец как много. Это была первая. Сейчас будет вторая за испытание. Кстати, а давай еще одно испытание устроим подписчикам. В смысле? Это как? Я просто придумал один очень интересный челлендж. Кубик, какой? Зрителям нужно сейчас очень внимательно смотреть это видео и посчитать, сколько сегодня у нас будет призов, Стар. Потому что их реально будет дофигища. Ого, мне кажется, будет где-то штук 20. Ну, с этим ты, конечно, немного переборщил, но всякое может быть. Кстати, Кубик, ты видел, что у тебя уже почти что 1000 кубков? И, возможно, сегодня мы даже ее добьем, только чуть-чуть попозже. Пока что у нас совсем другие задачи. Кубик, ты что, хочешь пройти это испытание? Да, и я думаю, что у меня получится все успешно. Кстати, вы это видели? Кубик, что там было? Мне, конечно, возможно, показалось, но вроде сейчас чувак, который играет вместе со мной, у него даже есть мастерство. Президент? Чего? В смысле? Ты же играешь на низких кубках. Вот именно, Сёма. Я прикола сейчас вообще пока что не понял, но, возможно, мне просто показалось. Нужно просто видосы перемотать и пересмотреть, а пока что погнали тащить. Борис, не мешай мне, пожалуйста. Сейчас мне на самом деле капец, какая подная ситуация. Ёк-макарёк, еще и тиммейта убили. Ой, Кубик, ну тебе хана. Ну уж нет, Сёма, нифига подобного. Мне осталось подождать всего лишь 5 секунд. За это время ты, кстати, можешь даже успеть подписаться на канал. Я думаю, зрители успели, а ты давай тащи. Окей, Борис, как скажешь, одного бебрика отсюда выкурили, чтобы он тут в кустах вместе со мной не бегал. Так ему и надо. А еще внизу у нас есть Пока. Только что мы вынесли его тиммейта, а потом загасили самого Покича. Ого, ты что, вынес всю команду? Да, Сёма, ты все правильно понял. Ну а мы идем дальше. Я, конечно, понимаю, у нас уже есть топчик. Но нам нужно минимум топ-2. Стоп, Кубик, ты как это сделал? Блин, я походу просто использовал гаджет, а он у меня стоял немного другой. Я просто хотел отхилить своего кона. Нифига себе, я даже не знал, что есть такой гаджет, что ты можешь поменяться оружками. Сёма, я всегда знал, что ты настоящий нубас в Бравл Старсе. Так, все, не мешай мне, сейчас мы загасим одного чувачка, хорошо? Воу, Кубик, красава, осталось всего лишь 3 команды. Ага, Борис, и прямо сейчас их останется, конечно же, 2. А потом вообще 1, потому что ты выиграешь. Да, Борис, ты все правильно понял. И здесь катка на самом деле была капец какая легкая, потому что у меня было целых 16 банок. Ого, Кубик, мне кажется, это какое-то читерство. Нет, Сёма, это называется профессионализм. Кстати, я выполнил пару квестов. Ого, и еще 5 штучек можем выполнить. Погнали это сделаем. Только сначала заберем подарок. Сейчас я его быстро открою. Короче, давай просто договоримся. В этом видосике все редкие и сверхредкие подарки мы будем просто скипать, потому что из них будет выпадать какая-то фигня. О, согласен. А если будет легендарный приз, ты просто дашь его мне. Ага, размечтался. В смысле, а чё, не дашь что ли? Сёма, я над этим обязательно подумаю. Кубик, можно я сыграю следующую катку? Окей, Борис, только, пожалуйста, не сливайся. Да я сейчас вообще всех размотаю. О, смотри, на меня хочет прыгнуть Эдгар. Ага, Борис, и я бы на твоем месте был поаккуратнее. Он сейчас реально на тебя залетит. Да мне пофиг, я от него просто сгашусь. Ой, 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 Кубик. У меня проблемы! Блинский, блин, тебя просто окружают со всех сторон. Ты как вообще в этом смеси выжил? Да я сам вообще не понял. Но сейчас я им такое устрою. Борис, ты даже смог вынести одного чувака и потом сразу второго? А ты как это сделал? Ты же даже удары не наносил. Кубик, это походу сделал мой клон. Нифига себе, вот это ты, конечно, хорошо его заспавнил. Окей, погнали дальше. Кубик, смотри, сейчас будет еще минус 1 тьма. Ой, там тут Эдгар. Борис, тебе бы на самом деле от него держаться подальше. Да не ссы, я с одним Леоном справился и с Эдгаром тоже справлюсь. Ага, а у них на самом деле было капец как много банок, а у Эдгара осталось всего лишь 700 хп. И это его последние жизни, больше он выжить не сможет. Ой, Кубик, он меня преследует. Борис, ты очень вовремя заспавнил своего клона, молодец. Ну а теперь, походу, тебе осталось просто вынести Леончика. Ага, и это будет вообще...
Легкотня! Окей, Борис, ты все-таки смог занять топ-1, красава! Бобик, а ты дашь мне играть или нет? Сема, а ты уверен, что ты проигрывать не будешь? Ну, не совсем уверен, но я постараюсь сделать все возможное! Окей, тогда чуть-чуть попозже. Дай мы сначала заберем еще один подарочек. Может, это будет какой-нибудь эпик, мифик или даже легендарка? Воу, походу я угадал! Нифига себе, Кубик, тебе реально выпал эпик? Можно я его открою? Окей, Борис, только выбей мне какого-нибудь бравлера! Я, конечно, не обещаю, но попробую! Открываем приз! Блин, Кубик, бравлера нету! Ага, это я уже заметил. Окей, давай мы лучше гаджет даже все-таки поменяем! Ага, а то с тем играть вообще Unreal! Кстати, снарягу тоже желательно сменить! Сема, полностью с тобой согласен! У нас стояла скорость, она нам вообще нафиг не нужна! Ну а я просто пойду и затащу следующую катку! Кубик, ты же мне обещал сыграть! Да-да-да, Сема, чуть-чуть попозже, я же тебе сказал! Пока что моя очередь! И мне кажется, что я просто обязан эту игру затащить! Ага, а то, что тебя уже один раз здесь вынесли, тебя вообще не смущает! Сема, это было в начале и немного по глупости. Я зато принес банки для Эмс. Это было, конечно, хорошо, а сейчас еще и тиммейта вырубил. В смысле? Ты вынес своего тиммейта? Да нет, Борис, тиммейта противника. Просто сначала загасили одного чувака, а потом второго. Сейчас, возможно, еще одну команду сможем вынести. Но этот чак все-таки сгасился. Обик, ты че его не вынес, то я не понимаю. Сема, если ты не заметил, вообще-то его убил именно я. Поэтому не выпендривайся. Нет, его вообще-то Динамайк убил. Ты че меня обманываешь? А, реально? Напишите в комментах, перемотайте видос на несколько секунд назад и проверьте, потому что мне кажется, что Сёма меня обманывает. Нет, я вообще никогда никого не обманывал. Воу, Кубик, ты чё, реально сейчас выиграешь? Я, конечно, постараюсь, но меня немного загасили, а с тиммейтом мне, походу, как-то не очень повезло. Ну ладно, Кубик, зато ты 3 квестика выполнил. И это, конечно же, вообще неплохо. Получил плюс 1500 жетонов, а еще самое главное, новенький приз. Надеюсь, легендарный... Нет, всего лишь сверхредкий. Но мы его тоже откроем, и там тоже будут монеты. Чё за фигня? Опа-на! А следующий подарок, чур, открывать буду я! Я сейчас это сделаю! Да блин, да как так-то? Сёма, тебе вообще выпали очки силы. Кажется, ты еще более невезучий, чем мы с Борисом. Ага, у меня хотя бы сверхредкий был. Кстати, а вы же помните, что, во-первых, у нас есть 31 уровень Brawl Pass'а? Ага. А во-вторых? А во-вторых, если мы зайдем в магазин, у нас еще есть настоящие подарки. Вау, Кубик, давай сначала подарки дня заберем. Может, там будут кредиты? Сначала были всего лишь удвоители. А потом второй подарочек будет реально кредиты. Сёма, а ты откуда это знал? Походу, во мне снова проснулась моя бабка. Сёма, вот не надо мне сейчас этой фигни затирать. Мне в прошлый раз хватило. Короче, мы сейчас не отвлекаемся, просто откроем подарочки. Вау, Кубик, ты чё, хочешь открыть даже последнюю легендарку? Не, Борис, смотри, мы только что прошли половину чемпионата. И мне кажется, что можно просто взять и открыть половину подарков. О, а я не против. Тем более, что там в первой половине подарков есть еще 8 призов Star. И мы их, конечно же, будем открывать, как я и говорил, максимально быстро. Пока нам не выпадет что-нибудь очень крутое. Опик, а как ты думаешь, сколько здесь будет эпиков? Мне кажется, ни одного. А мне кажется, 2. Кстати, первый уже выпал. Сейчас мы немного подождем. Сёма, если здесь реально из этих призов выпадет 2 эпика, я буду просто в шоке. Кстати, первый выпал всего лишь спрейчик на Гаса. Вот, блин, я думал, будет хотя бы какой-нибудь эпический бравлер. Да, Борис, я бы от него тоже не отказался. Дальше у нас сверхредкий подарок. Выпали удвоители. А дальше у нас еще один сверхредкий. Да как так-то? Стоп, из сверхредкого выпал значок? Кубик, я, кажется, понял, почему он плачет. Ну и почему же? Да потому что зрители еще не нажали на кнопку поделиться. Нажми на нее прямо сейчас и скинь этот видосик своему другу. Борис, подожди. У нас тут снова эпический приз. Второй, как и говорил Сёма. Я что-то в последнее время вообще не понимаю, как это нафиг работает. Кубик, я же тебе говорил, будет 2 эпика. Вау, Кубик, а давай еще заберем 888 блингов. Ага, может тебе еще и потом легендарный приз открыть? О, я буду не против. Кубик, а ты же помнишь то, что я должен был его открывать? Нет, Сёма, ты вообще нифига не должен. Все, погнали дальше в катку. Кубик, можно я сыграю? Ладно, Борис, только, пожалуйста, не сливайся. Кубик, блин, да я-то когда играть буду? Сёма, ты очень скоро сыграешь, не переживай. Просто я на самом деле этому Сэмэну как-то вообще не до конца доверяю. Я вообще-то все слышал.
Что ты там сказал? Сёма, зачем ты переспрашиваешь, если ты и так сам говоришь, что ты все слышал? Я просто думаю, мне показалось, или ты реально на меня быканул? Ёк-макарёк, нифига он какими фразочками разговаривает. Окей, все, не мешай Борису играть. Ага, я тут вообще-то пытаюсь тащить. Борис, не переживай, я верю, что у тебя все получится успешно. Да я знаю, просто карта немножко сложная, но я все равно справлюсь. Ага, и где-то здесь еще бегает Роза, поэтому тебе нужно быть аккуратнее. Она зашла в центральные кусты. Воу, Кобик, ты как ее так рано увидел? Да я просто справа видел, как она забежала в кусты. Я ж надеюсь, мне не показалось? Нет, конечно, я только что ее хотел вырубить, и у меня все получилось. Ага, живы еще пока что 4 команды, и мне кажется, Борис займет топ-4. Нет, нифига подобного, у меня будет топ-1, ну или хотя бы топ-2. Борис, ты же понимаешь, что нам нужен только топ-1, топ-2 нас вообще не интересует. Какая разница, вообще-то за него тоже дадут призы. Ну, это конечно да, но просто я думаю, что лучше, конечно же, занимать топ-1. Окей, как скажешь, я погнал в атаку! Ага, тиммейт у тебя уже заспавнился, поэтому можно атаковать. Только аккуратно, здесь в кустах была Роза. Вау, Кубик, у них целых 15 банок, походу нам хана. Ну, ладно, все-таки занял топ-2. Окей, ничего страшного, зато выполнил квестик. И вообще-то еще получил награду. Смотри, Кубик, может там будет лего? Эх, всего лишь редкие, всего лишь монеты. Да уж, легендаркой там даже не пахло. Так, Кубик, ты чё, можно я уже сыграю? Да, Сёма, все, договорились. Ты играешь следующую катку, а сейчас пока что сыграю я. Да блин, ты достал уже, Кубик, это нечестно. Сёма, это мой аккаунт, поэтому здесь решать буду я, когда ты будешь играть. Скажи спасибо, что я вообще тебе разрешил. Угу. Спасибо! Все, Сёма, успокойся, у меня тут очень потный момент, и меня могут вынести, хотя я пока что вроде сам выношу противников. Ага, и у тебя это получается успешно! Только сейчас бы еще до этой пчелки достать, она, блин, слишком далеко стреляет, и я до нее достать даже не могу! Кубик, только не сливайся! Сёма, я и без тебя сейчас разберусь, не мешай мне, нужно сейчас выкурить еще одну команду! Кубик, а где третьи чуваки? А, все, я вижу! Ага, они тусуются справа, надеюсь, они хотя бы в центр залезать не будут. Давайте просто все вместе вынесем вот тех верхних чуваков. Кубик, сейчас только что тебя чуть метеорит не ударил. Ага, Борис, спасибо за подсказку, я и без тебя это видел. Так, окей, давай все-таки попробуем вынести Пайпер. Воу, Кубик, мне кажется, зря ты на нее начал быковать. Нет, Сёма, не зря. Она, походу, даже не поняла то, что я зашел в кусты. Я ее почти что смог вынести. Но она все-таки сгасилась. Не переживай, Борис, это ненадолго. Блинский, блин, карта уже сокращается, и этих чуваков реально еще как-то слишком много. Ага, ты еще даже можешь проиграть. Нет, Борис, такого варианта я вообще не допускаю. Фух, топ-2 у нас уже есть. А топ-1 слабо? Да вообще, без проблем. -1. Кубик, его вообще-то убил даже не ты. Зато последнюю Пайпер убью, конечно же, я. Прямо сейчас заспавню своего клона и Пайпер добью. Воу, это было изи. Ну, Борис, то, что изи ты, конечно, перегнул. У меня же даже руки немного вспотели. Но самое главное, что катку я затащил. Одну звездочку дополнительную получил. Ого, а что из нее выпадет? Наверное, что-то крутое. А, нет, показалось. Да, Сёма, там был всего лишь сверхредкий очки силы. Нафига они нужны? А, Кубик, наверное, для того, чтобы бравлера прокачивать. Кстати, давай этим займемся. Ну ладно, как скажешь. Сразу же сейчас купим пассивку, купим снаряжение. И вообще прокачаем этого Ларри и Лори до фула. Полностью с тобой согласен. Так, а что мне не дают снаряжение купить? Сначала нужно купить пассивку. Ёк-макарёк, ну ладно, давай купим вот этот щит за 2000, а потом купим парочку снаряжений за косарь и еще за косарь. Не, Сёма, лучше куплю другое, плюс один дополнительный гаджет. Ну ладно, мне на самом деле вообще без разницы. Ты же все равно гаджеты не используешь. Потому что сейчас их использовать будешь ты. Сёма, разрешаю тебе сыграть. Ура! Наконец-то этот день настал! Угу. Только если ты проиграешь, ты знаешь, что с тобой будет. Не ссы, Кубик, я сосредоточен как никогда, как никогда. Это просто поговорка такая, ты что, не знаешь? Не, не знаю. Парни, мне кажется, что вы обсуждаете немножечко не то. Сёма, давай играй. Играю я, играю, ща выиграю, не ссы. Окей, а мы на это просто посмотрим. Пока что живы еще 4 команды, и что-то у меня прям очень плохое предчувствие. Кубик, да что плохого, я только что противника вырубил. Ага, это ты, конечно, молодец, только... Только сейчас могут еще и тебя тоже вырубить. Да не ссы ты, я такого не допущу. Ой, меня походу окружают. Ага,
Есть такое? Ну и все! Хана вам, чупакабры! Я вам что такое устрою! Сёма, аккуратно! Твоего тиммейта только что вырубили! Окей, тогда пойду чувакам помочь добить слева чубзиков! Сёма! Сёма! Ты что наделал? Ой, я чё? Я проиграл, что ли, да? Кубик! У нас же жизнь не бесконечная, может ты просто это вырежешь на монтаже? Нет, Сёма, пусть этот позор видят абсолютно все! Кубик, да ты чё, блин? Это вообще подстава какая-то была! Нафига ты вылезал из кустов? Кто тебя об этом просил? Ты мог на изи выиграть эту катку! Ага, Сёма, поздравляю! Теперь тебя можно назвать самым глупым бравлером! А сейчас вообще-то обидно было. Сёма, здесь вообще не на что обижаться, потому что Борис все сказал по фактам. Ты реально слился, как настоящий нубик. Тебе разрешили сыграть всего лишь одну катку, и ты просто так ее слил. Сёма, ты же понимаешь, то что, возможно, больше у тебя шансов не будет. Меня, блин, самого только что чуть не вынесли. Тебя вообще-то вынесли, и твоего тиммейта сейчас тоже вынесут. Не, Сёма, у него вообще-то 8 банок, я думаю, то, что здесь будет без шансов. Мы все-таки эту команду смогли затащить. Ага. Только, Кубик, ты там как-то это, поаккуратнее. Да все, Борис, уже на самом деле без разницы. У нас есть столкновение, а это значит то, что катку мы все равно затащили. Ага, а слабо топ-1 занять. Ёк-макарёк, походу это будет очень сложно. Я, конечно, сейчас постараюсь сделать все возможное. Но ты видел, сколько у них банок? Ага, да-да-да, Кубик, банок у них реально много. Поэтому мне нужно действовать максимально аккуратно. Так, у меня вовремя заспавнился тиммейт, но он побежал в другую сторону. Ладно, все-таки он оказался немного глупый, и катку ты проиграл. Нет, Сёма, я ее выиграл, просто я занял топ-2, это все равно считается победа. А я считаю, что ты продул, мне вообще пофигу. А мне пофигу, что ты там считаешь? Сверхредкий подарок мы получили, это снова были очки силы. Ага, предлагаю еще забрать парочку призов, а потом открыть Лего. Стоп, Борис, ты что, хочешь легендарный приз открыть прямо сейчас? Ну да. Мне кажется, будет круто для того, чтобы зарядиться перед финальной победой! Не, Борис, не трогай этот приз! Отстань от него! Я хочу его открыть! Нет! Ты открывать его не будешь! Мы идем в катку! Окей! Сори, зря проканул! Кубик, может все-таки это, еще один шанс? Сёма, прям вот как-то не хочется тебе его давать! Да не ссы ты, я сейчас затащу! Окей, давай договоримся, если ты сейчас проигрываешь, то ты просто создаешь 1 000 000 аккаунтов на ютубе и со всех аккаунтов на меня подписываешься! Окей, вызов принят! О, а вот за этим наблюдать даже очень интересно! Сёма! Сёма, ты что творишь? Аккуратнее играй! Да я знаю, Кубик, не ссы! Ой, блин, Сквик, отстань от меня! Блин, да что он вообще творит-то? Сёма, он творит тебе очень интересненькую недельку! В смысле? Ну, просто мне кажется, за один день ты 1 000 000 аккаунтов точно создать не сможешь! О, Кубик, у тебя что сейчас будет? +1 000 000 подписчиков на канале! Угу, если только Сёма сдержит свое слово! Блин! Да я вообще-то не планировал проигрывать. Я думал, я затащу. Мы с тобой вообще-то договаривались. И подписчики это точно навсегда запомнят. Ага, зайди завтра на мой канал и проверь, сколько там будет подписчиков. Если меньше 2 000 000, тогда можешь просто в комментах написать то, что Сёма обманщик. Не надо такое писать, я вообще не обманщик. Я просто это, я подумаю еще. Сёма, мне кажется, у тебя уже нет вариантов подумать. А меня, пожалуйста, пока что не отвлекайте. У меня тут небольшие проблемки. Кубик, ты что сейчас тоже можешь снять? Нет, Борис, я такого не допущу. Я просто подальше убегу. Пусть они там сами вдвоем сражаются. Кубик, аккуратно, в кустах могут быть противники. Нет, Сёма, если бы ты внимательно в Brawl Stars играл, ты бы увидел то, что все обе команды находятся снизу. Они там вообще-то друг с другом сражаются. Ага, ты вообще, блин, невнимательный. Да, Борис, ты был прав. Ёк-макарёк, да давайте убейте там уже кого-нибудь. Кубик, мне кажется, что сейчас убьют тебя. Не, а вот такого счастья мне точно нафиг не надо. Окей, я лучше буду просто держаться наверху. Блинский, блин, там правда ударило 11 банок. Ой, Кубик, ну ты с ним точно не справишься. Блинский, блин, хотел немного посидеть в кустах, думал, что меня не спалят, а меня спалили. Ага, это даже было немного обидно. Но ничего страшного, сейчас с этими чуваками мы все равно разберемся. Так, опа-на, а сейчас я придумал кибермув. Смотри, этот Мик охотится на меня, а я просто использовал гаджет и поменялся местами со своим братишкой. Ого, это было реально гениально. Да, Сёма, и я даже смог вырубить последнего этого Мика. Так, а теперь осталось просто затащить катку. Кубик, давай, ты точно займешь топ-1. Я на самом деле в этом вообще уже не уверен. Ёк-макарёк, как я вовремя отхилился. Я даже успел вынести Динамайка. Давай, Фрэнк, тебе осталось вынести последнего. Да блин,
ты чё такой дурында? Борис, на самом деле у него было капец как мало шансов. Там Кольт был капец какой прокачанный, ну а я зато взял, прошел испытание и выполнил квестик. Ага, а еще получили подарочек эпический. Неплохо, давай же посмотрим, что же мне сейчас из него выпадет. Ну а ты, конечно же, не забудь поставить лайк. В смысле? Зачем? Сёма, потому что нужно просто взять и прямо сейчас поставить лайкосик. Ага, для того, чтобы увеличить наши шансы на выпадение бравлера. И у меня прям реально есть предчувствие, что он нам прямо сейчас может выпасть, потому что у нас уже есть легендарный приз. Кубик, чего ты ждешь? Открывай его скорее. Фух, Борис, нужно к нему просто подготовиться. Интересно, кто же там будет? Может, какой-нибудь легендарный боец? Нет. Может, какой-нибудь мифический бравлер? Нет. Сёма, да кто там будет? А это вы все узнаете, если прямо сейчас поставите лайк, подпишитесь на канал и гляните следующий видосик, который здесь уже появился. Давай, что ты ждешь? Нажимай на него скорее. А это будет новый скин на Динамайка? Совпадение не думаю.